Мы дома. А что случилось? Поясница! Хотел надеть ботинки, нагнулся и... Ты врача вызвал? Да, Аршамо, говорят, отличный специалист. О, боже, какой холод. Ну, зачем же ты взял лед? По-моему, при радикулите лучше тепло. Я ему тоже говорю, тепло, говорит, лед, лед. Значит, ты отменил свой ужин? Ну, как прошел твой день? Я спрашиваю, ты ужин отменил? Зачем? Что значит зачем? Ты посмотри на себя. Не волнуйся, Аршамов в два счета поставит меня на ноги. Я его черт обещал ровно в половине. Значит так, я все-таки надеюсь, что ты не пойдешь на этот отвратительный ужин. Ну вот, 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 начинается. Да. Ну, смотришь на меня, ну кто? Ну что, имею право немного развлечься. Да-да, конечно. Но только этот ужин, это то, что я в тебе не выношу. Да, мне мало радикулита. Устрой мне еще скандал. Пьер, останься сегодня со мной. У меня плохое настроение. Ну, хорошо. Пойдем вместе. Кстати, развлечешься немного. Да, хорошенькое развлечение. Приглашать человека на ужин, а потом весь вечер издеваться над ним. Пьер, если ты меня любишь, ты не пойдешь на этот... Я не могу, это... придет ко мне, сберу номеру. Ну, как? Какой тип? Ну, мой, приглашу. Так подожди, он что, придет сюда? Ну, да, я пригласил его выпить рюмашку. Ты пригласил этого типа домой? Ну, да, да, хочу его немного прощупать перед ужином. Ну, ты видишь, он говорит, не обучаемый. Ты куда? Я тоже приглашена на ужин. На ужин? С кем? С кем? А вот его я видеть не хочу. Да, страшно, это же Аршамбо. Добрый вечер, доктор. Мадам, прекрасно выглядим. Добрый вечер, доктор. Спасибо, что приехали. А что случилось? А, понимаете, я... Извините, опоздал. Страшные пробки. Доктор, да. Избавьте моего мужа поскорей от боли. У него сегодня очень важный ужин. Ужин дураков. Кристина. Обязательное условие этого ужина, чтобы каждый из приглашенных... привел с собой дурака. Кристина. Правда, дураки не догадываются, конечно, почему им оказана такая честь, и смысл состоит в том, чтобы развязать им языки. Ай. А главный приз – 10 тысяч евро. Кристина. Мой муж считает, что это ни с чем не сравнимо. Вот только я, Пьер, я не нахожу в этом ничего смешного. Поэтому я ухожу. Всего доброго. Всего доброго, мадам. А, извините. Ну что вы, я могу вымыть руки? Да, ванна там. Хотел надеть ботинки, нагнулся. Когда я был студентом, мы устраивали вечеринки уродок. Нужно было пригласить девушек как можно некрасивее. А в конце вечера победительницы вручали приз. Вера, с дураком гораздо смешнее. Да ведь можно и ошибиться. Доктор, есть очевидные дураки. Я вот как раз жду одного такого с минуты на минуту. Ваш приятель. Нет, ну что? Прилягте. Осторожно, осторожно. Еще. Так. Осторожно, расслабьтесь. Вот так. Ну? И где вы находите этих дураков? Это не так просто, доктор. Настоящая охота. Ага. Есть люди, которые наводят на дурака. Ага. Мы изучаем случай. И только если он интересен, приглашаем на ужин. Вот, вот. Второй поясничный. Это серьезно? Нет. Но боюсь, что ужин придется отменить. Не-не-не, только не это. Не надо играть с огнем. Хорошенько отдохните. А завтра утром позвоните ко мне в кабинет. Договоримся о консультации. Только у меня кретин мирового класса. Я вас умоляю, ну делать что-нибудь противовоспалить, обезболить, я не знаю. Мешок со льдом. И отдых. Проверьте моему опыту. Вот непруха. Значит, отменить? Ну а как его зовут? Да. Так, Пиньон, да, Франсуа Пиньон. Чем он занимается? Да, работает в налоговой инспекции. О, это опасно. Представляете, что будет, если он узнает, зачем вы его пригласили?
Да нет, ничего опасного. Все делается очень осторожно. Ну вот, я так и знал, он уже ушел. Запись на ответчике у него тоже дурацкая. Да? Пытается острить. Идиот. Послушайте, доктор. Вы у Франсуа Пиньона. Но меня сейчас нет дома. Оставьте сообщение после сигнала, он вам перезвонит, когда я вернусь из бала. Говорите. Каков? Да, это нечто. Откуда вы его знаете? Я его не знаю. Мне его рекомендовал один мой приятель. Большой охотник дураков. Он откопал этого Пиньона в поезде. И в потрясении позвонил мне прямо с перрона. Да? Во все время путешествия Пиньон ему рассказывал о своих макетах. Вы можете представить, какой это был кошмар? Он делает макеты? Да, такие маленькие модели. Ага. Модели из спичек. Ага. Мостангарвиль, Эйфелева башня. Он все свое свободное время проводит за этим занятием. Ага. И что самое главное, может часами говорить об этом. Ну, для ужина это то, что надо. Кретин со страстью. Все шансы выиграть, доктор. Мешок со льдом. И отдых. Я вам оставляю обезболивающее по полтаблетки на ночь, если боль не утихнет. По полтаблетки, осторожно, это очень сильное лекарство. Конечно, хотелось бы самому его увидеть, но, как всегда, тороплюсь, да. Опаздываю. Доктор, у меня к вам просьба, Граманда, если вам не трудно, пожалуйста, не захлопывайте входную дверь, ну, чтобы мне не пришлось вставать там. Понял. А я вас тоже, да, хочу попросить об одном одолжении. Каком? Никогда не приглашайте меня на ужин, ладно? Договорились. Бернар, Бернар, это я. Нет, не лучше, нет. Ну ладно, ну что? У меня в руках победитель. Если я тебе говорю. Ну, в конце концов, отложим это на следующую среду. Да. Да нет, я не могу двинуться, согнут пополам. Хорошо. Ну ладно. Развлекайтесь, шакалы. Да-да, входите! Открыто! Добрый вечер. Добрый вечер. Как дела? Спасибо, хорошо. Извините, я встречаю вас в таком состоянии.
радикулит. Простите меня. Я звонил вам, чтобы предупредить, но вы же ушли. Наш ужин, к сожалению, придется отложить. Я знаю, радикулит это ужасно. Да это... нет, не смертельно. Вы свободны в следующую среду? Следующая среда, это у нас 23-я, свободен. Нет, 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 это 24-я. Да, это 24-я, свободен. Позвольте, у нас сегодня какой? 28-й, значит, 25-я. Нет, сегодня 18-я. То есть 18-я, значит, когда? Через 7 дней? 25-я, да? А, и 25-го ой, нет проблем. Прекрасно, прекрасно. Мы пойдем к моему другу, угу. Он устроит ужин, но вы, конечно же, приглашены. Спасибо, спасибо. Ох ты, черт. Сегодня мы вас упустили. Ничего, в следующую среду вы наш. Не хотите ли чего-нибудь выпить, месье Пиньон? Ну что, месье Брошен, если вы себя чувствуете, неважно, я вас лучше да оставлю. Нет, ничего, когда я не двигаюсь, терпимо. Присаживайтесь, поболтаем немножко. Да, да. Только что слушал ваш автоответчик. Занят. Я очень старался сделать запись оригинальной. Притом... Вам это удалось. Я смеюсь до сих пор. Мне все об этом говорят. А многие просят записать приветствие на их ответчик. Ну, это понятно. У вас есть ответчик, а? Да, только он в полном порядке. Ну, может быть, для вас несколько традиционно, но для меня сойдет. Вы уверены? Давайте, я могу, если вы хотите. Спасибо, я... вы очень любезны. Не стоит. Очень рад с вами познакомиться, месье Пиньон. Как я вам сказал, я до сих пор поверить не могу. Когда тот господин, с которым мы ехали в поезде... Когда он только сказал, что такой известный издатель, как вы, может заинтересоваться моими работами, Но не будьте таким скромным, месье Пиньон. Мне мой приятель рассказал, что это вы человек необычайный в своем жанре. Ну, он вообще такой симпатичный, этот ваш друг. К тому же, как он увлекается макетами. Сегодня редко можно встретить увлеченного человека. Мы с ним проговорили о макетах всю дорогу. Да-да-да, он мне рассказывал, да. Говорит, не забывай. Ой, так славно поболтали. Вообще, вы знаете, это мистика какая-то все. Представляете, по приезде в Париж, он мне говорит, вам необходимо познакомиться с Пьером Брошаном, и вы мне на следующий день звоните в министерство. Да нет, я вас не потревожу. Да боже упаси. Ну, конечно, я был взволнован. Судите сами, вы мне звоните по телефону, вы меня приглашаете на ужин. Вообще такой исключительный человек, как вы. Ну что, нет, что? Нет. Все, Брошан, правда. Ну, правда, вы необыкновенны. Ну, после того, как вы сказали, что мечтаете издать книгу моих макетов, так, все, вы вообще хватит. Перевернули всю мою жизнь. А книги хватит. Это пока только намек. Но идея, это же уймы бестселлер сделаем с вами. Я принес фотографии своих самых лучших моделей. Нет, отложите на следующую среду. Вы увидите, это потрясает. Отложите это на следующую среду. Вы нам всем расскажете о ваших макетах за ужином. Да. Сейчас один-два снимем. Нет, следующую среду. Ну, один-два снимем. Следующую среду. Ну, один-два снимем. Сегодня вечер. Вечер знакомства. Ну, расскажите немного о себе, пожалуйста. Вы, кажется, работаете в Министерстве финансов. Да, бухгалтерии. Вот Эйфелева мать. Вы жена. Да, то есть нет. Ну, в общем... Это так, да или нет? Да. Дело в том, что жена от меня ушла. Ах, Вовка! С моим приятелем. Да, бывает. Познакомились в министерстве, он работал в архиве, сам взял, однажды пригласил его к нам на ужин. И... Вот именно что, и он ей понравился. Я вот до сих пор не могу понять, чем. Она же ушла вообще без всяких объяснений. Вообще. А он, месье Брошан, настолько глуп, просто настолько глуп. Он вам кажется глупым? Я не люблю быть грубым, но тут не избежать этого слова. Кретин. Боже мой! Ты при чем? Это общее мнение. Если вы его встретили... А что, было бы любопытно
А как его найти? Да нет, вы бы наоборот, вы бы умерли со скуки, вы представляете? Он с утра до ночи говорит, а Сердин, я Сердин. Потрясающе! У вас есть его координаты? Вы любите Сердин? Нет, то есть да, очень. Ну так где он живет? Живет, значит, зовут его Жан-Поль Бламанже. Бламанже или Бламанже? Бламанже. Даже фамилия глуповатая, видите? Бламанже. Да. Он живет в Гваделупе, он себя там обрел. А, ну это далековато. Да? Да. Да. А вы часто этим занимаетесь? Чем? Ну, серфингом. А, нет, ну вот так, знаете, умеренно. Правильно, нельзя злоупотреблять, для спины очень вредно. Красота, какая красота. А вы женаты, мсье Брошан, да? Да, вот уже 2 года. Я полагаю, все в порядке, да? Прекрасно! Я был женат 7 лет. Представляете, 7 лет безоблачного счастья. Вообще, как она могла уйти с этим типом, просто не представляю. А вы говорили с ней о макетах? Все время не переставая. Я вспоминаю, я делал Танкарвильский мост, у меня, кстати говоря, фото здесь. Я часами объяснял ей всю конструкцию. Подетально, понимаете? Она проследила за его созданием, можно сказать, спичка за спичкой. Боже мой, как же это увлекательно. Как? Особенно проблема несущей нагрузки. Кстати, вы знаете тонкость этой проблемы подвесных мостов? Мы об этом поговорим в следующем. Обязательно. Месте. Так увлекательно, 2 года своей жизни этому отдал. Просто 2 невероятных года, я делил с ней все, сомнения, надежды. Она вдруг сбегает с этим примитивом. Это вообще нечто. Да, это нечто. Действительно, да. Извините, я вижу, я утомил вас разговорами о своей жене. Извините меня, пожалуйста. Вот этот монстр, смотрите. 386 тысяч 482 спички. Видите, я вам говорю, проблема не существует. Надо понять все. В этой конструкции надо начать с самого начала. Для начала надо задать нам один вопрос. Что такое подвесной мост сегодня на первом месте? Это все так просто. Подвесной мост, это мост. Пиньон. Красота какая. А? Я что-то неважно себя чувствую. Все, Брошан. Если вы себя неважно чувствуете, я вас немедленно оставляю. Я вас немного устал. Извините меня, пожалуйста. Потому что это очень любопытно. Да, можно я тебе скажу? Мы об этом поговорим. Ну, следующую среду. Да. Ух, мы не будем скучать. Ну, я вас провожу. Не беспокойтесь. Ну, я же должен запереть за вами дверь. Тогда я помогу. Баба, придите на меня. И пойдем. Что такое? Не так быстро. Да, все вообще не быстро. Так, ну вот, я очень рад нашему знакомству. Но, скажите, я ничуть не разочарован. Прошу вас. Нет, вы первый. Нет, вы первый. Ну, пожалуйста, ну вы первый. Ну, пожалуйста, все-таки я многовато говорю. Я многовато говорил о своей жене, да? Я, наверное, вас этим утомил. Вы не думайте, что я какая-нибудь там, представляете, там зануда. Вы не можете себе представить, насколько пиньон может быть веселым. Я прямо... Черт! Что, прямо упали, да? Что-то больно-то, да? Какой ужас. Я вас умоляю. Я прошу, не двигайтесь. Может быть, у вас уже что-то сломано. Что вы делаете? Я звоню в физиотерапию.
терапевт. А, не стой. Мой товарищ прекрасный человек. Не надо, не самый, надо. Самый лучший физиотерапевт. Не надо мне самого лучшего физиотерапевта, мне уже лучшего можете идти. Ну, пожалуйста. Мне лучше, можете идти. Ну, все. Хорошо, я только помогу вам до кровати дойти. Вот этого не надо. Спасибо вам за вашу помощь, всего доброго. Не двигайтесь, я подойду. Ну, оставьте, ну, есть же ответчик. Меня нет дома. Оставьте ваше сообщение после будет. Благодарю за внимание. А вот сообщение могло быть в 100 раз интереснее. Алло, Пьер, возьми, пожалуйста, трубку, это я. Дать. Значит, ты все-таки ушел. Ну что ж, я рада. Я звоню, чтобы сказать тебе, что я не вернусь сегодня вечером. И думаю, не вернусь никогда. Мне жаль, что приходится разговаривать через автоответчик. Но, может быть, так даже лучше. Прощай, я. А теперь и я вас оставляю. Вам действительно ничего не нужно, а? А, все, да, нет, все хорошо, можете идти. Чуть не забыл портфель с фотографиями. Я с вами, Себрашан, просто с вами всем сердцем. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, Себрашан, правда, что я еще могу сделать для вас? Ничего, ничего, спокойной ночи. Просто если на свете есть человек, который может понять, что с вами случилось, это человек я. Себрашан, спокойной ночи. Вы... Я прилягу, а вы, уходя, погасите свет. Ай, черт! Ну почему вы не хотите, чтобы я позвонил Марису, мой товарищ? Ну правда, прекрасный физиотерапевт. Я уже доверил свое здоровье профессору Аршамбо, который руководит клиникой ревматологии в госпитале Бишар. И мне не нужен Морис. Я не знаю, чем он руководит. Но я же вижу, до чего он вас довел. Это вы меня довели, когда позволили упасть на пол. О, черт, я вот объясняю! Черт, вас совсем подми! На вас без слез уже невозможно смотреть. Вы знаете, от таких потрясений может и парализовать. Слушай, я думаю, мы уже попрощались. Я не хочу вас пугать, но если задет спинной мозг, вы же на всю жизнь можете остаться парализованным. Марис таких видел, мне кажется, вообще. Вот это 100%, это ваш случай. Позвоните. Конечно, все. Аршамбо. Ну хорошо, телефон, давай. Там, в телефонной книге. Аршамбо, смотрите на А. Да я не собирался смотреть на О. Он же Аршамбо, правильно? Аршамбо. А не он борща, правильно? Скажите ему, что я упал, и что мне конечно, очень больно. Конечно, скажу. Неужели думаете, не еще как скажу сейчас? Вообще, странная штука жизни, Себрашан, да? Если я вам скажу, что когда моя жена уходила, она ведь тоже оставила послание на автоответчик. Вы не обязаны продолжать этот разговор, месье Пиньон. Мне нужен доктор, понимаете? Только доктор. Дайте мне книгу. Аршамбо, я нашел. Аршамбо. Аршамбо. Вот, только здесь очень много телефонов. Госпиталь, клиника, по какому? Домашнего, нет? Есть и домашний телефон есть, вы не волнуйтесь. Все. Аршамбо. Сейчас мигом вас, в два счета поставим вас на ноги, все. Гудок. Добрый вечер. Я могу поговорить с доктором Аршамбо? Я звоню по поводу мсье Брашана. Извиняюсь. Сейчас.
Ой, прошу прощения. Да, я ошибся номером, прошу прощения, да. Да я перепутал строчку в записной книжке. Ну, знаете, здесь все так мелко записано. Хватит, ну какое дело? У него страшный радикулит, вы знаете. Он без боли вообще не может двинуться. На него кем без боли невозможно смотреть. С кем вы разговариваете? А с кем я тебя разговариваю? Ой, ты меня и делаешь. Я же могу вам все рассказать. Вы знаете, все очень плохо. Нет, не что. А все, вот как говорится, вот и дом. Во-первых, его разбил страшный радикулит. А откуда вы знаете? Да, ну да, я же сказал, ну да, правильно. Да. Во-вторых, его только что бросила жена. Да что вы несете? В-третьих, положите трубку. Нервы. Трубка положите. Не стоит благодарности. Нет. Это была ваша сестра. У меня нет сестры. Есть. Мсье Брошан, у вас есть сестра. Я ее спросил, кто говорит. Она сказала, это его сестра. Он позвонил Марлен. А что, это не ваша сестра? Да нет же. Это одна ненормальная, с которой я когда-то переспал. Выражает, что у нас не одна карма. И считает меня братом. Одна карма на двоих? Я же не знал, она говорит, это его брат. Сейчас примчится, примчится сейчас сюда. Поняла, что место вакантно. И прискачет сюда. Это ненормально. Сюда придет сейчас? Этого мне еще не хватало, же. Нимфоманка. Еще и нимфоманка? Так. Вы с ней до сих пор в отношениях, да? А что значит это в отношениях? Но вы изменяете мадам Брошан. Вам это мешает? Нет, я просто всегда был уверен в своей жене. Хотя у нас в министерстве еще очень много разных возможностей. Немедленно перезвоните ей и скажите, что моя жена вернулась. Да? Да. Поторопитесь, моя жена же прибежит сейчас сюда, она же ненормальная. Подождите. Это я просто говорю. Вы говорите? Да. Я говорю, что... Говорю, что ваша жена вернулась. Да, и что со мной все в порядке. Что ваша жена вернулась, и с вами все в порядке. Что ваша жена вернулась, с вами все. Гудок. Добрый вечер. Это опять я. Так вот, я звоню вам сказать, что мадам Брошан вернулась. И с ней все в порядке. Со мной все в порядке. Со мной. И с ним все в порядке. Спасибо, положите трубочку. Трубочку со мной тоже все в порядке. Да, со всеми все в порядке. Трубку положите. По знаку зодиака я Овен. Овны не лгут, я не лгу, я говорю абсолютную правду. Положите трубку. У него по-прежнему страшнейший радикулит. Но теперь он его переносит с таким удовольствием. Что вы нет, мы не трубку хотели положить. Я с господином Брошаном, мы с ним встретились, потому что он очень заинтересовался моими работами. Положите, какие? Все, хватит, все. Я и продуцирую из спичек величайший шедевр инженерных сооружений. Остен Карвиль, Голден Гейт, Сан-Франциско. Да не дела. Она сама спросила. Что? Она очень заинтересована. Чем? И когда я делал Остен Карвиль, подойдите ко мне, дайте телефон. Можно пройти телефон. Извиняюсь, я не могу продолжать разговор. У меня зовет к тебе, я его не могу в таком состоянии бросить одного. Почему одного? Она вернулась, но сейчас она не в смысле, что она ушла, она вышла. Она мусор понесла. Алло. Она бросила трубку. Она сказала, я еду. Все. Это конец. Нет, не конец. Сейчас она примчится сюда. Вас только просили сказать, что моя жена вернулась. Ну неужели это так трудно? Черт, вас возьми. Извините, пожалуйста.
Ой, простите, ради бога, меня извините. Простите. Я. Извините. Вы сделали все, что могли. То есть вы хотите, чтобы я ей перезвонил? Да паси бог! А что? Помогите мне только добраться до дивана. Ага. А потом дайте телефон мне. Давайте обопритесь. Да вы не торопитесь, у меня времени много. Удобно? О, да. Да? Выше эту вашу, выше эту. Так. Пошли, все. Только осторожно, я прошу, здесь подъем. Подъем, ну здесь осторожно. Все, осторожно. Так, я прошу, а ваша жена, она была в курсе по поводу Марлен, да? Нет. Может, она к маме поехала? Нет, женщины довольно часто возвращаются к своим матерям. Да, вот не в том случае, когда их мама умерла 10 лет тому назад. Извините, меня пропало. Я же это не знал. Примите мои соболезнования. Моя тоже скончалась. А ваша? Писепли, вы не могли бы оставить меня в покое на минуточку? Телефон оставьте мне. Ой, я понял. Вы думаете, что она ушла с кем-то из ваших друзей? Она ушла ни с кем. Моя тоже ушла ни с кем, потому что Жан-Пьер до Бламанже не никто. Она с ним ушла. Дайте мне телефон, а то я упущу эту безумную. Провод занят. А мы перезвоним сейчас. Будьте добры, дайте мне там вот таблетки, вот там на столике. Да, и стакан водички? Да, пожалуйста. Угу. Я знаю, эти таблетки, месье Брошан, это очень сильное лекарство. Я один раз чуть всю упаковку не выпил. Как раз 3 недели прошло, как она ушла, я получаю открытку, которую наверняка выбирал он, потому что на ней было изображено море с этим дурацким серфингом. Еще на открытке было написано «Надеюсь, ты не скучаешь со своими спичками». Я, во всяком случае, теперь счастлив. Чуть всю упаковку не выпил. Меня просто спас собор инвалидов. Вы знаете, я был в процессе работы. Я не мог остановиться на середине проекта. Таблетки, пожалуйста, таблетки. Мсье Брошан, ну если вы уверены, что ваша жена не ушла к другому, это меняет дело, а? Который час? Сейчас мы скажем. Что вы делаете? Что вы делаете? Это вода, чистая вода. Марлен, а я тебе пытаюсь тебе прозвониться. Слушай, не ломай себе голову, куда тебе девать сегодня твоих собак. Я не в том состоянии, чтобы встречаться с тобой сегодня. Потому что я устал. Да и к тому Христине вернется с минуты на минуту. Что Леблан? А почему ты мне говоришь о Леблане? Да нет, эта история давно кончена. Слушай, думай что угодно. Да. Но я предпочел бы, чтобы ты сегодня... Алло! Но она не желает ничего слушать. Это больная. Ты тоже думаешь, что у вашей жены кто-то есть? Что? Ничего, я воды дам другой. Алло, Блан? Был вашим другом, да? Да? Извините за резкость, это вас не касается. Вот
Господи, ну что опять не так? Нет, нет, ничего, ничего. Просто, когда вы меня просили рассказать про мою жизнь, я же вам не сказал, что вас это не касается. Ну, Леблан был моим другом. Так. 2 года назад. Мы с ним поссорились. Вот и все. Я понял. Он увивался за вашей женой, да? Я увел ее у него. Как? 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 Ребенок с ней жил. Она его покинула. Ушла ко мне. Вы у него увели жену? Вот ужас, а? Неужели все серфингисты воруют жены своих друзей? Я не занимаюсь серфингом. Как? Вы только что сказали, что вы занимаетесь. А, ну да, но я не занимаюсь этим, а только чтобы воровать жену. Что я говорю? Черт, господи. Я понял, я понял. Значит, ваша жена была женой месье Леблана, да? Да. Который был вашим другом. Не женой, не так это, не подружкой. Они вдвоем написали книгу, предложили ее мне. И? Вот и я взял. И роман, и Кристину. Зачем вы это сделали? Зачем? 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 Потому что она мне понравилась. Что, вам никогда не хотелось иметь чужую жену? Вообще это надо подумать. Думать не надо. Это вам не идет. Почему? Да нет, она не могла вернуться к Леблану, невозможно. Женщины никогда не возвращаются назад. Я все время надеюсь, что моя вернется. Леблан славный малый, но она никогда не была влюблена в него. Он на это не тянул. Почему вы сами-то не позвоните? Кому? На Леблана, ну, чтобы убедиться. Так мы с ним уже 2 года не общаемся. А, да, да. А если позвоню я? Нет. А почему? Потом. Не, я позвоню и скажу, я старый друг мадам Брошан. Вы не знаете, где сейчас могу ее найти? Да его полагает, что он ни о чем не догадается. Не знаю, помочь вам хочу. Вы уже пытались помочь, пытались. Натравили мне идиотку, перепутали, но она... До свидания, месье Брошан. Месье Пиньон, а если я вам точно объясню, что вы должны говорить... Как вы думаете, вы сможете это сделать? Меня, ради бога, извините, месье Брошан, но мне иногда кажется, что вы меня за дурака принимаете. А что я должен такого сказать? А что если уцепиться за книгу, которую они написали вместе? Так. Вы звоните Леблану и говорите, что вы продюсер фильма. Я? Да, вы прочли роман, он вам понравился, и вы хотите купить у него права для кино. Да. А в конце разговора спрашиваете, как, дескать, я могу связаться с вашим соавтором. Так, с каким соавтором? Моей женой. Почему? Я вам сказал, что они написали роман. А, да. Нет, это не получится никогда. Почему не получится? Ну почему же? Конечно, это очень непросто. Что непросто? Что непросто? Все просто. Вы продюсер, да? Да. У вас своя продюсерская контора в Париже. Да. Нет, 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 не в Париже. Почему? Париж он всех знает. А. Вы зарубежный продюсер. Я крутой американский продюсер. Не, вы бельгиец. Вот, отлично, бельгиец. Что тебе бельгиец? Это очень хорошо, бельгиец, да. Я не хочу. Вы крутой бельгийский продюсер. А вы будете крутой бельгийский продюсер. Вы прочли «Карусельную лошадку». Что я прочел? Ну, это название книги. А. Вам понравилось, и вы хотите купить его права для кино. Да? А в конце разговора спрашивает, как можно связаться с его автором. Ясно?
Ну, книга хорошая, да? Да? Очень плохая. Какое это имеет значение? Как это неудобно. Почему? Как, месье Брошен, если эта книга плохая, зачем я на нее буду права покупать? Месье Фион, вы не продюсер? Нет. Вы не бельгиец? Никогда. Значит, вы звоните Леблану. Не для того, чтобы купить у него права на книгу, а для того, чтобы узнать, где моя жена. Я сам иду. Да, его зовут Леблан. Моя жена подписала свои девичьей фамилии. Кристин Ле Герек. А, Кристин Ле Герек. В конце разговора не забудьте спросить. Да не забуду я ничего. Как вы можете связаться с его соавтором? Да не забуду я ничего. Кристин Ле Герек. Да. Ясно? Да. Как роман называется? «Галутельная лошадка». Так, теперь вы. Что, с бельгийским акцентом? Боже упаси. Алло. Добрый вечер. Добрый. Я могу поговорить с месье Лебланом? Да, слушаю вас. Я вас приветствую. Леблан, я прошу прощения, что беспокою столь поздний час. Я продюсер. Я приехал из Бельгии, меня зовут Жорж Ван Брейн. Я прочитал ваш роман «Карусельная лошадка». Я в таком потрясении. Меня трясет до сих пор. Я хотел бы встретиться с вами, переговорить о приобретении прав для кино. Это что, шутка? Не понял. Этьен. Извините. Хватит валять дурака, Этьен, я тебя узнал. Нет, все, Леблан, меня зовут Жорж Ван Брейн, я продюсер. Я приехал из Бельгии. Какая компания? Вас плохо слышно. Как называется ваша компания? Фильм «Равнина». Компания молодая, но динамичная. Подождите, очень. Вы что, действительно интересуетесь моим романом? Что снова как интересуемся? Это для кино или для телевидения? Для большого-большого кино. Вы знаете, мне хотелось бы писать сценарий самому. Все Какие проблемы? Просто я вас должен поставить в известность, что у нас не очень богатая компания, но если у вас не очень такие крутые финансовые запросы... Нет, это не главное. Когда я могу с вами встретиться? Ван Брейн, я вам завтра позвонил, второй половине домой, и мы договоримся о встрече. Я жду! Бай-бай! Права в кармане! И недорого! А он даже ничего не заподозрил. А моя жена?
Забыл, да? Это даже выше того, что я предполагал. Да это я увлекся. Это высший класс. Я сейчас перезвоню. Оставьте телефон. Нет, нет, я перезвоню и скажу, как я могу связаться с вашим завтрашним Кристиной. Оставьте телефон. Жалко, могли бы узнать. Вы только перезвоните и скажите, как я могу связаться с вашим завтрашним Кристиной Гюрек. И все. Ни слова больше, давайте. Давайте. Алло. Фёдор Иванович, опять я в Андрюхе, я вам перезвоню. Ой, вы извините, я сейчас говорю по другой линии с моим агентством. Перезвоню вам через минуту. Какой ваш номер? 91-62-14-07. Алло. Алло. Бросил трубку. Это я. Не понял. Вы ему дали мой номер телефона. Ну я же правильный номер дал. Он же меня спросил, куда я могу сейчас вам перезвонить. Вы никогда не отдыхаете? Извините меня, пожалуйста. Правда, я сегодня несколько растерян. Высший класс. Может быть, даже чемпион мира. Звонит, он радуется. Телефон, звони. Нет, это он перезвонит, а мы не отвечаем. Меня нет дома. Оставьте вас. Алло, Пьер, это Леблан. Я не мог сразу сообразить, что у тебя делает этот бельгийский продюсер, но потом понял, что ты просто хотел узнать, где твоя жена. Ну, если это так, то, ну, предлагаю спросить у меня прямо. Ну, будь здоров, ладно. Подожди, подожди. Да. Это я. Да, Пьер. Ну, скажи мне, где она? Пьер, вот уже 2 года я жду этого момента. И ты знаешь, как-то не странно, я не злорадствую. Я тебе даже сочувствую. А я тебя об этом не прошу. Скажи мне прямо, она у тебя? Нет, успокойся, нет ее у меня. Звонила мне 30 минут назад, сказала, что уходит от тебя. Да, была вообще вне себя из-за этого твоего ужина. А, прости, она не сказала тебе, куда она должна была пойти? Куда же она пошла-то, господи? Я знаю, что ты это тоже пережил, но у меня вдобавок ко всему еще радикулит, я не могу двинуться. Согнут пополам. Как ты мне это предлагаешь после всего того, что я натворил? Спасибо, но я предпочел бы остаться один. Да, спасибо. Да, Леблан, если она еще раз позвонит тебе, ты, пожалуйста, мне... Да. Да. Я недостоин такого друга. Мсье Брошан, я собираюсь удалиться. Мсье Пиньон, если вам не трудно, пожалуйста, прикрепите эту записочку на входную дверь. Это для безумной. Я принял снотворное и прошу меня не беспокоить. Я надеюсь, у нее хватит так-то не врываться сюда. Может быть, все-таки вы хотите, чтобы я ее дождался здесь, а? Все, вы закроетесь у себя в комнате, я ее мигом за дверь выставлю. Спасибо, с вас уже достаточно. Я знаю, знаю. Я знаю, что не всегда сегодня был, как говорится, на высоте, но видит Бог, я так хотел вам помочь. Ну вот, проводите меня до двери, все, вы в расчете. Нет, 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 я еще должен вас научить макеты делать. Нет, знаете, не надо макеты. Мне это очень помогло, сейчас идеальный момент, чтобы начать. Вы же одновременно и брошены, и искалечены, правильно? Я сказал нет, месье Пиньон, нет. Вы меня можете называть Франсуа. Это ж проще. А вы не будете возражать, если я буду вас называть Пьер?
Я все-таки оставлю фотографии своих макетов. Может, у вас найдется время завтра, а может быть, послезавтра. Спокойной ночи, Пьер. Я чуть не забыл записку для безумной. Пьер! Это я только что говорил с вами по телефону. Я Овен. Я звонил доктору Рошамбо и по ошибке попал к вам. Пьер мне все потом объяснил, что вы его подружка. Его подружка? Ну, я очень извиняюсь, если я был недостаточно ясен в разговоре по телефону. Ситуация очень простая. Его бросил жена. Вы не представляете, как он счастлив. Это первое. Второе. Его разбил радикулит, который он переносит с огромным удовольствием. Третье. Он принес снотворное, заснул, просил, чтобы его никто не беспокоил. Теперь все ясно? Более чем. Домой. Я скажу ему два слова. Марлен. Можно я вас буду Марлен называть, да? Можно? Пожалуйста. Понимаете, Марленочка, значит, я, конечно, Пьера знаю недавно, мне кажется, достаточно хорошо его понимаю, чтобы дать вам один дружеский совет. Я вас слушаю. Да вы не торопитесь. Ну хорошо, от него ушла жена, чего прям так несетесь занять эту нишу? Давай оставайтесь такой же щедрой и чувственной любовницей, какой я вас себе представляю. Ну, вы будете чулочком с подвязками, шампанским, если вы понимаете, о чем я говорю. Нет, вы продолжайте, как раньше, с ним встречаться 3-4 раза в неделю. И вы ждите. Если он должен позвонить, он позвонит. Он никуда не денется. А это он вам сказал, что мы с ним встречаемся 3-4 раза в неделю? Да мне вообще он сказал, что встречался бы с вами каждый день. Я его понимаю. Потому что вы такая красивая. Так естественно. Я думаю, вы правы. Лучше мне его не будет. Браво, я вам гарантирую, Марлен, он очень скоро позвонит вам в дверь вот с таким вот флаконом духов и вот с такой вот костью для ваших собак. Домой. Скажите, а это вы должны были с ним ужинать сегодня вечером? Неужели он вам обо мне рассказывал? Вас невозможно. Все-таки неважно, вы себя чувствуете. Вы еще здесь. Ой, благодарите небо, мсье Брошан,
что я еще здесь. Ну? Был визит. Кто? Безумная. Как? Безумная. Марлен? Да, да, только что вылетела отсюда. Вы не представляете, как она рвалась к вам в комнату. И счастье, что вы знакомы с человеком по имени Франсуа Пиньон, который ей сказал, сюда нельзя. Вам удалось выставить Марлен? Да, 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 я скажу без ложной скромности. Вот я на этот раз играл довольно тонко, я был то холоден, то страстен, то твердый мягкий. Мигом оказался в деле. Ух, вы ее в следующий раз здесь не скоро увидите. Это не похоже на ее убраться, просто так. А вообще ее как-то представляется, ну, совсем по-другому. Да? Совсем, да, спасибо. Совсем по-другому. Такая, слушай, она красивая такая. Да, да, да. А? Да, красивая. А как вы познакомились-то с ней? Ну, блядь, я издавал ее книгу. Тоже вот. Пишет? Ну, это громко сказано. Вот, да. А, видимо, это... книга насквозь эротическая. Нет, да? Почему? Почему? А как? Нет, нет, это такая духовная книга. А ее путешествие в Индию. Это, дребеденечка. Мсье Брошан, а вы двигаетесь без посторонней помощи. Вам лучше, а? Да, немного. Ура! Слушайте, что-то мне не верится, что вам так удалось выставить Марлен. А? У вас сегодня какой-то проходной двор. Леблан! Я все-таки пришел. Ах ты, гад, ты это... Не мог оставить тебе одного. А он был не один. Франсуа Пиньон. Очень приятно. Мне тоже. Бельгийский продюсер? Да. Он как раз собирался уходить. До свидания, Мсье Пиньон. Не называйте меня здесь, зовите меня Франсуа, мне будет приятно. До свидания, Франсуа. Я оставлю фотографии макета. Нет, можете забрать их с собой, нам будет не до них. Да? Ну, вы знаете, все это вот макеты, вот из таких спичек. Мсье Пиньон, посмотрите. Леблан сюда пришел вовсе не для того, чтобы выслушивать лекции ваших макетов. Ну, как ты, как ты? Я-то? Да. Да я пишу все. Да? Да. Ну, а над чем работаешь? Сейчас биография Бальзака. Ух ты. Люблю писать о великих, их талант заражает. Дашь почитать? Нет. Я пришел сюда не для того, чтобы пристраивать свою книгу. Ну? Она звонила мне только что. Боюсь, что она пошла к Мино. Знаешь Паскаль Мино, клипмейкера? Боюсь, она сейчас у него. Нет. Она мне позвонила и говорит по телефону, что этот Мино ее якобы пригласил на стаканчик. Нет. Я ее пытался отговорить, но... Но вы еще не закончили там. Знаете, я их решил сложить в хронологической последовательности. А вы не могли бы делать это у себя дома? Так, ну почему Мино? Это же самое страшное, что может быть. Ну, может, поэтому она его и выбрала. Она на тебя очень обижена. Да, и поэтому надо иметь дело с этим кобелем. Что, она больная? Господи, что ж тогда говорить о моей... Вы бы посмотрели, кого выбрала моя. И вы оставите нас когда-нибудь? До свидания, все Брошан. До свидания. А где он живет, этот негодяй? Да я знаю, у него есть где-то холостяцкий притончик. Но где? До свидания, все Леблан. До свидания, ума не приложу. Как узнать этот адрес? До свидания, все Брошан. До свидания. Ну, как же нам найти-то его? Господи! Он же проходил налоговую проверку, этот Мино. Нет, 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 ничего, просто это Паскаль Мино Клипмейкер. Он же проходил налоговый контроль. Я видел его досье у нас в министерстве. Между прочим, знаете, его инспектировал. Мой самый-самый-самый лучший друг Шуваль. И действительно, это у Мино, у него есть холостяцкая квартира в Париже. Но она совсем никакая не тайная. Ну, во всяком случае, для нас. До свидания, господа. Умоляю, задержи его.
меня, пожалуйста. Франсуа! Франсуа! Честно говоря, я был убит. Да. Я оставляю фотографии своих самых лучших моделей, вы прям чуть не в лицо мне их швыряете. А потом, я ведь выгнал за дверь не кого-нибудь, правильно, да? Я ведь выгнал за дверь спиритуалистку. Да. Вы мне даже спасибо не сказали. Я же понимаю, что вы очень сильно разъявлены. Я еще раз прошу меня извинить. Да я уже давно... Садитесь, расслабляйтесь. Спасибо. Может, вина хотите? Вина нет. Я никакого вина не хочу. Вот. Это совсем не для того, чтобы вам пока я больше докучать этим вам не собираюсь. Вы нам ничуть этим не докучаете. Наоборот. Фрунзе делает замечательный макет из спичек. Правда? Да. Покажите ему мост Александра Третьего. Эх, я не делал мост Александра Третьего. Покажи какой-нибудь мост. Ты увидишь, это прекрасно. Тогда надо начать сам. Вы не могли взять себя в руки и позвонить этому вашему Шевалю? Никакой проблемы нет, но дело в том, что он сейчас смотрит футбол, его нельзя беспокоить. Надо дождаться конца тайма. Почему? Ну, как я сейчас позвоню, попаду под горячую руку, он пошлет куда подальше, я не знаю. Когда же... Я на вашем месте, я бы дождался конца тайма. А когда конец тайма? Конец. Ой, скоро конец тайма. Сейчас вообще он все, смотреть футбол, вообще у вас телевизор-то... В квартире есть? Я не собираюсь сейчас смотреть футбол. Сент-Этьен против Ассера? А мне насрано. Телевизор на кухне. Просто это единственный способ, чтобы довести игру от перерыва между таймами. Позвони, все выясним. Сент-Этьен против Ассера. Гвоздь сезона. Это кто такой? У него что, не все дома? Ну? Поэтому я его и пригласил. Дурак, для вашего ужина. Да. Кто там еще? Ну не двигайся, я открою. Франсуа Пиньон. Марлен. Что Марлен? А вы кого только что выставили? Марлен. Вот она, Марлен, перед вами. А вы кого выставили? Вы выставили шатенку в черном костюме. Да, да. А вы сами мне говорили, сейчас придет безумная. Я смотрю, ваша женщина подумала, что пришла безумная. Что вы ей сказали? Достойно! Кому? А если я? Я не говорил ничего вашей. Моя жена вернулась. Он заговорит 5 минут. Она уходит. Что вы ей сказали? Понимаете, я был уверен, что пришла безумная, что она нашла кого-то присмотреть за своими вонючими собаками и сюда приехала бардак устраивать. Это ненормально. Это он там. Вы так сказали здесь, правильно? Пьер! Марлен, вон отсюда немедленно! Прощай! Навсегда! Yeah.
Если ты пришел смеяться, можешь уходить. Он выставил мою жену. Она вернулась. Он ее выставил. Он ее направил прямо к Мино. Хорошо, хорошо. Допустим, что я совершил промашку. Любой человек в жизни может ошибиться. Пойдите ему. Подожди. Он нужен нам. Будьте любезны, позвоните этому вашему Шувалю. Ой, я больше не могу его видеть. Я готов сквозь землю провалиться, видит Бог. Я так хотел помочь Зебрашану. Надо срочно звонить Шувалю. Я искуплю свое вино, пожалуйста. Велите мне позвонить Шувалю, пожалуйста. Ну подумай о Кристине, его надо вытаскивать оттуда. Ну вели ему позвонить Шувалю. Ну прикажите мне позвонить Шувалю. Прикажите. Позвоните, Шиваль. Спасибо, садитесь. Вы увидите, сейчас все образуется. Присаживайтесь. Селектор вы включили? Да. Алло. Люсьен, привет, дорогой, это Франсуа, как дела? Как дела? Как вам твой сегодня? А вчера? Как же он сегодня? Я не могу. Я что-то не знаю такой футбольной команды, а псер. Не знаю. Да. 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 Я знаю команду Ассер. Да. Которая, кстати говоря, не болеет. Это первое. Второе. 2-0. Это ведь еще не все. О, ты, боже ты мой, не все. Нет, не все. И закатывай за первые 5 минут 2-3 овала. Не все еще. А что все-то? Давай проблемы на ноги. Что? И отправить глухонемым. А в пальто на той неделе кто так жиденько обкакался, что жизнь не бывает у вратаря, не держит нападение. Тренер. Пошел ты. Иди туда. Раньше меня. Я перезвоню. Он вне конкуренции. Алло. Сенат, я тебе перезваниваю. У меня к тебе очень большая просьба. Хорошо, при одном условии. Ты должен крикнуть, Сент-Этьен чемпион. Ты слышал, я хочу, чтобы ты кричал, ура, зеленые! Давай, Сент-Этьен чемпион, ура, зеленые! Давай, Франсуа. Сент-Этьен чемпион. Не тяни. Давайте, Сент-Этьен чемпион, давай. Ура, зеленые! Сент-Этьен чемпион, ура, зеленые, только родился. Адрес. Потрясающе. Ну я вижу у тебя что-то. Очень, очень. Это ты занимаешься налогами Клипекера Паскаля Мино? Да. Я знаю, что у него в Париже есть холостяцкая квартира, Люсьен. Да. Люсьенчик, дорогой, мне, слышишь, да? Ну? Мне нужен адрес этой квартиры. Мне. Ты не в его вкусе. Он любит, чтобы грудь побольше была. Понимаешь? А волосы на ногах поменьше. Ну, я говорю абсолютно серьезно, мне нужен адрес этой квартиры. Зачем тебе адрес этого сексодрома? Ну, хорошо, ну скажу тебе правду. Тебе, Лер, пожалуйста. Но это не для меня, это для одного моего близкого друга, который думает, что его жена там. Его жена у меня? Да, да. Ну, бедолага. Понял адрес, зачем?
А еще бы, я видел этого Мино в деле. Как только на горизонте появляется юбка, все. Он теряет раз. Ладно, хватит, сам. Слушай, а я знаю этого твоего рогатого. Я не думаю. Я не думаю. Вы проходили налоговую проверку? Ты его не знаешь, что нас сюда... Он в банке министерства, я тебе скажу завтра утром. Ты не понял, это срочно. Надо сейчас пойти в министерство взять адрес. Прямо вот сейчас. Ты же сдурел, что ли? Почему? А матч? Да ну, матч, ну запиши. Посмотрим второй тайм-лист. Я не могу, сегодня по 6 каналу идет Эммануэль. И то, Шарлотта пошла ужинать к матери, а меня просила записать. А мы его запишем. А мы тебе матч запишем, я тебя умоляю, смотайся в министерство. Ну, пожалуйста. Ну, смотайся, министр. Ну, ты зануда. Что зануда? Ну, я не ужинал еще. А о, мой товарищ тебя к себе на такой ужин приглашает. Это Бонапарта 47, 5 минут ходьбы от министерства. Ну, я его не знаю, этого твоего рога. Увидишь, такой симпатичный. Ну, зануда. Ну, ты зануда. Что зануда? Ну, нечестно. Я крикнул, ура, зеленый. Я крикнул. Ну, все, ну, не ной. Ну, да, Бонапарта 47, 3, этаж налево. Ладно, приеду. Да, победа, победа, победа. Они как непросто это было, да? А мы победили. Да, надо же ему забирать матч этому вашему недоумку. Да он никакой не недоумок. Шаваля один из лучших инспекторов, причем не просто у нас в управлении. Я-то убежден, что он самый лучший инспектор вообще во всей Франции. Вот вы знаете, Зев Рашан, стоит ему попасть вот в такую вот квартирку, ну вот типа этой, да? Если вот столечко по налогам не доплачено, хана! Хана! Копия. Догадайся. Куда будем прятать? В спальню. Все вещи будем складывать. Взяли. Что за вино? Пале Рояль Аржуа 1812 года. Ты что, собираешься угощать его бесценным вином? Это самое скромное, что у меня есть. А? Может быть, у тебя найдется какое-нибудь простенькое винцо? Я вкалывал всю жизнь не для того, чтобы держать в доме простенькое винцо. Пьер, это проблема. Сейчас уладим. Что это? Уксус. Ординарное венцо. Пожертвовали футбол. Ни слова матча. Ни в коем случае, ни в коем случае. Ты понял? Конечно. Ни слова. Ни в коем случае. Я только скажу, да, что СССР сравнял счет, и все. Как СССР? Когда? Сравнял. Когда он успел? Сравнял. Когда же он успел? Я же
Я пошутил. Ну, я пошутил. Ну, ты дурак. Ну, я пошутил. Ну, ты дурак, нет? Да! Зато рожа у тебя была какая, когда я сказал, что осерся. Как он счастлив, да? Ну ладно. Радости на целый век. Не обижайся, извините, не обижайся. Извините меня, Жеваль, вы принесли адрес. Это Браша, на котором я тебе по телефону говорю. Извините, мою поспешность, но это срочно. Да, да, да. Все, все, все здесь. Все здесь. Просто я умираю с голоду. Тебе такой омлет с зеленью готов. Давай, кулаки. Все. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. А я что, я один буду? Мы, да, мы уже ужинали. Садитесь. Еще шва. Ну, так, а где она, эта холостяцкая? Сейчас, все будет в порядке, все будет хорошо. А я припоминаю, я контролировал одного Брошана. Да, ага. Мишель Брошан, 3 года назад. Да, да. Не ваш родственник? Мишель Брошан, вообще, да. Может быть, а где он живет? Сейчас в тюрьме. Переехал туда на 5 лет. А, у него была большая квартира вроде вашей. Все имущество конфисковано по решению суда. А вот и наш соблазнитель. Знаете, найти его сексодром нелегко своими клипами. Он наклепал немало имущества. А вы в какой области работаете, месье Брошан? Да, в издательстве. Так, где же эта квартирка? Подождите. У меня же был список. Сейчас, сейчас. Вот, есть, есть, конечно. Есть. Конечно, вот она. Вот оно, недвижимое имущество. Конечно. Аниме. Ну, Паскаля Мино. Так, посмотрим теперь, где это любовное гнездышко. Так, улица Сен-Джеймс. Сен-Джеймс? Нет, это его основное место жительства. Там, где он живет с мадам Мино. Он же жена, этот Мино. Да. Мадам Мино ждет его в квартирке на улице Сен-Джеймс, да. В то время как он. Потрахивает чужих жен. Да. И как издательство? Хорошо идет? Да нет, хреновато. Сейчас вообще не то, что было раньше. Месье Шуваль, это точно. А что, я пью тоже один? Да, да, мы уже выпили. Извините, пожалуйста, это скверное винишко. Но нам мне просто очень дешево досталось. Я же ведь, понимаете? Я понимаю. Так, бульвар Дютан. Нет, это он сдает. Где же этот бардачок? Голубые урожаи. Это не вы издавали? Голубые урожаи, голубые урожаи. Я не помню, не знаю. Не знаю. Вы, значит, не помню. Вы не помните, что вы издаете? Ну, так как-то, знаете, все эти названия там перепутались. Не помню. А, голубые, да, это я. Это разве не бестселлер? Да, то есть нет. Ну, то есть это и да, и нет. Вот, ну, это бестселлер, если хотите, но... А, месье Шваль, это не совсем бестселлер. Да. Голубые урожаи. Да, это не совсем бестселлер. Так, продается. Какой тираж? 800? Я не помню цифры. Ладно, хватит обознать. Адрес, пожалуйста. Адрес. Говорите, дела идут плохо. Сами издаете бестселлер год. Да это не бестселлер, черт подери! А что же это? Вообще такое? Никогда ее никто не читал. Это дурацкая. Нет, пись. Нет. Я читал. Я ее читал. Я могу вам сказать, что это очень хорошая книга. Ой. Так это были вы? Помнишь, я говорил тебе?
был все-таки один читатель. Ничего, не один, нас было очень много. Да, я когда эту книгу покупал, я специально спросил у продавца, какая книга сейчас лучше всего продает. Омлет там, скажите, у вас омлет. Да не волнуйся, все. Вашу книгу, Зеврашан, если бы не в министерстве прочитали, ну в бухгалтерии тут точно. Ну и что, ну предположим, эта книга почему-то понравилась бухгалтерам. Ну бухгалтерах ты далеко не уедешь. Да, их ведь там не так уж много. Бухгалтеров немного. Главный бухгалтер, начальник плана... Мы что, сейчас будем подсчитывать количество бухгалтеров, да? Я не знаю, где моя жена. Я там умоляю, найди адрес скорее, потому что он уже в отчаянии. К счастью, у него есть бестселлер, да? Для поднятия духа. Так, улица Верне. Верне? Тоже сдается. Почти даром. Якобы друзьям, чтобы не платить налоги, верно? Старый трюк, верно? А еще одна ваша книга очень хорошо продавалась. «Взгляд в прошлое». Ее-то у нас в министерстве все прочитали, хорошо? «Взгляд в прошлое»? Да. Тоже можно? Да. Время поджимает, но все шивают. Ну, поторопитесь, пожалуйста. Тише едешь, дальше будешь. Так, офисы. Нас это не интересует. Взгляд в прошлое. Лакомый кусочек, да? Франсуа, омлет потрясающий. Спасибо, это мое фирменное блюдо. Знаете, я взбиваю два яйца, потом маленькую капельку пива добавляю. Офисы. Миксером. У вас недавно конфисковали имущество? Нет, ну почему? На стенах пятна. Как будто с них недавно сняли картины. А? Потрясающе. Все видит. Где же вы? Вы пришли мне помочь? Или меня контролировать? Если бы я вас пришел контролировать, все броша, вы бы мне уже не задавали вопросов. Вот. Что? Все? Попался. Есть. Попался маньяк. Попался извращенец. Вот. Бульвар... Морис. Борес. Борес? Угу. Ну и... Номер дома. 37 бис. Я поехал. Вот подожди! Я поехал! Подожди! Сначала мы должны убедиться, там ли Кристина. Да начнем с того, он вам не откроет. Он очень подозрительный, этот Мино. Я выломаю дверь! Хорошо, но ты выломал дверь! Выломал! А Кристины там нет. Что тогда? А вот если... тут... Ему позвонить. И что спросить? Не ваша ли постель, моя жена? Успокойтесь вы! Успокойтесь! Подождите! Вот здесь стояла же скульптура. И видно, по пыли вокруг. Слушай, пусть он уйдет, а? Мы знаем адрес, а он уйдет. Месье Шваль, я вас умоляю, перестаньте его мучить. Никто никого не мучает, я просто констатирую некоторые странные детали. А я вас предупреждал. Он потрясающий профессионал. Перестань, Франсуа, и Бог, ты меня заставляешь красить. Да кончай скромничать, кончай. Ты за свою жизнь, между прочим, посадил немало мошенников. Ты помнишь, в России? А как же? Как он на мной издевался? Да. Ты что, он орал? Да. Что ты такой? Да. Что ты? У меня связи. Где он теперь, а? Ну! Эбель, давайте помолчим. Пожалуйста. У меня идея. Пьер, ты слышишь меня? Да. Значит, его надо напугать. Ага. Конечно. Да. Мино надо так напугать, чтобы он сам раскололся. А как так? Позвонить, сказать, что ты в курсе, что твоя жена у него. Ага. Что ты собираешься приехать. Даже можно сказать, что ты приедешь не один, с тремя твоими рабочими, вооруженными ломиками. У него свои рабочие, да? У него свои пожарные. Если Кристина у него, слышишь, он ее выстрелит, так? Слышь, так, если ее там нет, мы это поймем, так? Отличная тактика, отличная. Стоп, позвонить. Кто позвонит? Ты. Да я не могу. Почему? То есть она у него, она узнает мой голос. Я тоже не могу. Но... Меня она тоже узнает. А меня узнает Мино. Я сейчас целыми днями торчу у него.
А. Я знал, что я вам еще пригожусь. Нет, Пьер, он единственный, кто может это сделать. Нет! Я готов. Нет! Не нет, а да! Нет! Да! Только вначале ему нужно хорошенько объяснить, что говорить. Объясни! Нет, 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 я правда готов, но если вы не хотите... Я... Куда вы? Неси меня! Ну куда? Ну что? Ну, от чего имени будем звонить? Как? Ну как, мы должны позвонить якобы по поручению кого-то из его друзей, кто знает об этой квартире. Ага. Можете позвонить от имени Жана-Поля Руссена, его компаньона. Они неразлучны. Все, спасибо, звоним по поручению Жана-Поля Руссена, его компаньона, они неразлучны. На самом деле, позвонить Жана-Поля Руссена, они неразлучны. Оно это покажется странным. Мне не покажется странным. Потому что Жан-Поль Руссен улетел сегодня в Лос-Анджелес. Старый трюк, верно? А? Все. Мы уже звоним Жан-Поль Руссену, который не мог дозвониться Мино перед отлично. Они не разлучны. Не сепенем, все понятно. Яснее ясно. Пойдемте, наберем. Что? С ним надо порепетировать. Да брось, он понял все. Я знаю, что я говорю. Я с ним надо порепетировать. Не один раз. Пожалуйста, все берем, повторяйте за мной. Алло. Я говорю с вами по поручению Жан-Поля Руссена. Он не мог дозвониться к вам перед отлетом. У него важное сообщение для вас. Ладно. Нет, не надо, а повторите. Но я, Паскаль Мино, вы мне звоните. Повторите, пожалуйста, все, что я сказал. Но я же понял. Ну, пожалуйста, без степенья. Повторите все в точности. Алло. Алло. Я звоню вам по поручению Жан-Поля Руссена. Очень хорошо. Правда? Очень. Спасибо. Очень хорошо. Очень. Он не мог вам дозвониться перед отлетом, у него важное сообщение для вас. Сейчас... Отлично. Так, посмотрим, отлично. Посмотрим дальше. Добавите. Рошан все знает. Ладно. Нет, повторите. А будет вам в самом деле. Он все понял. Вы что, за дурака держите? Нет. Что вы? Надо просто много репетировать. Пожалуйста, Брошан, все, знает. Брошан, все, знает. Амино спрашивает. Амино спрашивает. А вы говорите, Брошан все знает по поводу своей жены. Он едет к вам. И не один. Трое рабочих вооружены жены с Беломиковой. Браво! Прекрасно! Замечательно справляюсь. Браво! Вообще, это работа для попугая. Это не то, что от вас требуется. Ну, вы мне позволите, Зебра, чуточку нет. Импровизировать. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Почему надо все время кричать? Вы же пугаете меня. Вы будете говорить только то, что я сказал. Ясно? Ясно. Ну что, пробуем? Я не знаю, я боюсь. Нет выхода другого. Пьер, ну, давай. Давайте. А я телефон же не знаю. Пишешь его? Да. Ну, давайте, дорогой. Гудок. Гудок. Нет, он не справится. Он справится, он лучше гудок, чем в министерстве. Это Паскаль Мино. Я говорю, это Паскаль Мино.
Я звоню вам вот по поручению Жан-Поля Руссена. Он не мог вам дозвониться перед отлетом. У него важное сообщение для вас. Брошан все знает. Не что, а все. Все знает Брошан. Все. Он вообще все знает. Про свою жену. Он едет к вам не один. Семья рабочая, эти рабочие вооружены железными лобиками. Этих рабочих, между прочим, 968 человек! Почему 968? Какая почему? Раз? Какая раз? Алло, это Паскаль Миньо. Я говорю, это Паскаль Миньо. Нет, ну я попал к Паскаль Миньо. Ну. Как это вы не с мадам Брошан? Ну не надо, ну... Жан-Поль Руссен сказал, что вы с мадам Брошан. Ну? И вы не с мадам Брошан. Правда, правда? А почему? Она отказалась. Он говорит, она отказалась. Ой, я думал, что вы с мадам Брошан, а вы не с мадам Брошан. А с кем вы? А, вы жена вашего налогового инспектора. Я могу позвонить? Да. Сегодня после обеда пошла по магазинам на Шанзе-Лизе. Я говорю, Шарлотта, ты все равно идешь мимо. Зайди в офис месье Мино. Занеси ему формуляры налоговых деклараций. Все равно идешь мимо. Какая тебе разница? Ну зайди. Зашла. Добрый вечер, мистер Минош. Извините, что я вас отвлекаю. Позовите, пожалуйста, телефон мадам... Шуваль. Мадам Шуваль. Вы прекрасно знаете, кто с вами разговаривает. Да, мы встречаемся завтра ровно в 9, как всегда. И начнем все по новой. А сейчас, пожалуйста, позовите к телефону мою жену. Шарлотта, не объясняй ничего, слышишь? Ничего не объясняй. Сию секунду, покинь это место, слышишь? Сию секунду. Что? Ну, конечно, оденься. И сейчас же возвращайся домой. Шарлотта, я сейчас не могу с тобой разговаривать. Шарлотта! Я тебе записал, Эммануэль. Несколько терпковато. Где у вас туалет? Нет, о, нет! О, да! Я тут! Сейчас! Я
там кладовка, я туда всякую дрянь складываю. Да мне все равно. Какой ужас, Пульцов. Мне наплевать. Представляешь, там пахнет укрывательством доходов. Мне наплевать. А тебе сейчас только успокоиться надо. Только пойди домой, вот, приди в себя. А завтра уже всем покажешь. Хорошо? Да, да. Да. Ай-яй-яй! Как он издевался? Он инквизитор, садись просто. Офисы. Офисы. А сам кто? Рогоносец. Обычный, заурядный. Рогонос. Простите, что прервал вас. Я думаю, мы увидимся. Я думаю, мы скоро увидимся. Улица Бонапарта? Угу. Третий этаж, левый этаж. Ага. Там, кстати, на коврике, на площадке, лежит женщина. По-моему, ей нехорошо. Ничего смешного, я отпадусь. Лен, а это все из-за тебя. Я была так потрясена, я зашла в кафе, я взяла три водки, потом я вернулась сюда, а на пороге меня покинули силы. Отпись, мой друг, домой. Зачем меня в рабочий этаж помили? Он как раз велел уезжать. И хочешь ли тебе меня? Вот, помоги домой, принеси меня завтра, как бы. А можно я немножечко отдохну? У меня нет времени разбираться с тобой. У меня масса нерешенных проблем. А у меня тоже проблема, Пьер. Я люблю тебя. Все, я вас оставляю. Да, я люблю тебя. С тех самых пор, как ты пригласил меня в свой кабинет поговорить о моей книге. Вы знаете, когда он сказал, что нам вдруг не будет разговаривать, то не надо. Если бы ты занимался книгами, а не их авторами, у тебя было бы гораздо меньше проблем. Новости будут, и обязательно тебе позвоню. Будь здоров. Месье Пиньо, вы? Я тоже с вашего разрешения позвоню завтра узнать, как вы. Пиньо! Пьер, пускай уходит. Посиди со мной. Маля, если ты сама не уйдешь, я буду вынужден тебя выставить. Понятно? Выставить. Ну, давай. Помогите мне, я не могу с ней справиться, у меня радикулит. А мне драться с ней? Не, сделай что-нибудь, я больше не могу ее видеть. Пьер, ты одумайся, ты ведь останешься один. Злые люди, они всегда одиноки. Алло. Ну да-да, я муж Кристины Брушан. В чем дело? Что? Как? Где? Еду. Что случилось? Звонили из полиции. Кристина попала в аварию. Она в госпитале Бешат. Разбилась? Сильное нервное потрясение. Ночь должна провести в клинике. Так, я одеваюсь, еду к ней. Так, пожалуйста, избавьте меня от нее. Ради всего святого. Да. Беспокойтесь вы, я ухожу. Вам нехорошо?
А? И что? Вы же понимаете, я же вообще не пью. А. Какая сволочь. Какая сволочь. Как я вообще могла влюбиться в такую свинью? Да вы успокойтесь, Марлен, успокойтесь. Вообще, Брошан хороший человек. Я тоже так раньше думала. Но, знаете, есть некоторые вещи, которые лично мне в нем неприятны. Например, вот эта вот манера держать всех за дураков, издеваться. Да нет, у него юмор такой. Да. Он веселый, но злой. Нет. Злой? Нет. Злой, я вам говорю, злой, как эти его ужины позредов. Сейчас, если бы не его радикулит сидел бы, измывался над каким-нибудь беднягой. Вот с такими же друзьями, как вы. Что вы? Что вы на меня так смотрите? Я говорю о ваших ужинах дураков по средам. По-моему, это отвратительно. Приглашать человека на ужин и потрошить его весь вечер. На прошлой неделе пригласили туда коллекционера неваляшек. Пьер, я не хочу тебя больше видеть. О, вам удалось ее выставить, право, старик. О, мой портфель, дорогу. Надеюсь, смогу вести машину. Пожалуйста, поторопитесь, месье Пиньон, я очень тороплюсь. Ваш портфель. Месье Брошан. Что? Скажите мне, пожалуйста, вот этот вот сегодняшний ужин, это все-таки что такое? Как, что я вам говорил, это ужин для друзей, которым я рассказывал о ваших макетах. Ну, может, я тороплюсь, месье Пиньон. И что, бывали когда-нибудь еще другие приглашенные, ну, да? Ну, конечно, да. Давайте поговорим об этом в лифте. А какого сорта все Брошан были эти приглашенные? Это же допрос. Что вам все обращали? Какой это допрос? Ну, так, я хотел узнать, по каким признакам вы приглашаете людей на эти ужины. По уму, по таланту. Вы меня сегодня пригласили, разве не на ужин дураков? О, можете не продолжать. Это я фантазии. Алло. А, Кристина! Ты! Да, я через 5 минут у тебя. Да. Ой, Кристина, не начинай, пожалуйста. Ну, что это за пошлая фраза? Прощай навсегда. Да нет, Кристина, ну я люблю тебя, я не могу тебя оставить одну на ночь в госпиталь. Да. Кристина, я за этот вечер многое понял. Но я не могу жить без тебя. Да никакая она мне не любовница, этот придурок все выдумал. Сейчас, через 5 минут я у тебя. Алло, алло. Ну хотя бы спиртным не запивайте. Это лекарство, это правда опасно для жизни. Очень красивый конец. Алло. Это госпиталь Бишет. Добрый вечер. Я могу переговорить с мадам Брошан? Ну, начало. Сегодня вечер. Автомобильная авария. Мадам Брошан, добрый вечер.
извините меня, пожалуйста, за беспокойство. Если можете, вы не бросайте, пожалуйста, трубку, выслушайте меня до конца. С вами говорит Франсуа Пиньон. Франсуа Пиньон. Дурак вашего мужа. Мы вас вечером видели. Да, 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 да. Овен. Это правда, Овен. Извините меня, пожалуйста, за бестактность, мадам Брошан. Я только что узнал, зачем меня ваш муж пригласил к вам в дом. Что вы, что вы? Я звоню совсем не для того, чтобы жаловаться на них. Мадам Брошан, я звоню сказать, что ваш муж, он на самом деле вас очень любит. Вы не представляете, мадам Брошан, что за сегодняшний вечер он сделал из любви к вам. Да. Он выгнал свою любовницу, мадам Брошан. Он помирился со своим лучшим другом. Он нашел себе смертельного врага в лице лучшего налогового инспектора Франции. Он все это сделал только из любви к вам. Мне никто мне не подбрасывает душещипательные реплики, мадам Брошан. Нет, вы рядом со мной. А, я звоню с улицы. Из автомата. Нет его рядом со мной, мадам Брошан. Со мной рядом вообще никого нету. Позвоните, он очень ждет вашего звонка. Он без вас не может жить. Он любит вас больше жизни. Говорю вам, я это, Франсуа Пиньон, дурак ваш. Она вам перезвонит. Месье Пиньон, вы не забыли? Ужин в следующую среду. Но только на сей раз вы меня приглашаете. Трудно быть умным, да? Не знаю, не пробовал. Ну, вы мне можете пообещать, что в следующий раз перед тем, как кого-нибудь назвать дураком, вы сначала крепко, крепко подумаете. Обещаю, я вам в этом клянусь. На улице. А я еще на улице, а? Алло. Дурак.